Каира в очередной раз. Жак Нгвем катится в подкате. Атака активно продолжается. Какимов, Пизели, Какимов. Удар по воротам и гол! Вот так развязка. Асламбек Какимов забивает третий мяч своей команды. Рассыпалась оборона Атырау. Не хватило концентрации. Какимов, сыграв стеночку с Маркосом Пизели, нужно смотреть, да, тычком в дальний угол отправляет мяч в ворота. И Актюбе забивает третий мяч в сегодняшнем поединке. Трибуны просто в экстазе. Смотрим еще раз, здесь не смогли Габышев и... Калмуратов помешать Какимову. Да, Актюбе проигрывая по ходу матча.